Несколько домов в центре Астаны готовят под снос. Людям предоставляют альтернативное жилье и постепенно выселяют из квартир. Однако с новыми условиями довольны не все. Сегодня утром в аварийных домах уже отрезали электричество, прекратили подачу тепла и воды. Подробности в репортаже Руслана Идрисова. Сегодня утром не гадали и не думали, что в обед мы уже будем выселяться с наших квартир. 15 лет семья Салтанат Еркатова ютится в маленькой квартире в центре Астаны. По словам женщины, утром представители местных властей заявили, что уже сегодня их с мужем, троих маленьких детей и родителей пенсионеров из старого дома выселят. Альтернатива не лучше. По словам Салтанат, вместо ветхого дома квартира на мансардном этаже. Другими словами, адаптированный под жилье чердак. Почему такая несправедливость? За что? За что мы и наши дети должны вот так вот, что должны, я не знаю, пойти по миру, бомжами стать или как? Что нам нужно сделать, чтобы нам нормальные квартиры предоставили? Судебные тяжбы с городским акиматом у жителей этого дома продолжаются уже несколько лет. Все процессы люди выигрывают, но говорят, что выселяют их по-прежнему. Мы уже все собрали, это как, вы же видели наши квартиры. Мы готовы переехать, хоть сейчас. Я даже помогу этот дом сама завалить. Лишь бы дали нормальные нам квартиры. Все. Больше мы ничего не требуем. Не то, что закон, вы даже морально не можете с людьми поступить. Да, закон вообще пошли. После обеда чиновники все-таки пересмотрели свое решение. Три семьи, которые не согласны с условиями акимата, выселять пока не будут. Поскольку здесь остались еще три собственника и идут судебные тяжбы, этот дом мы пока трогать не будем. Хотя он тоже признан аварийным и подлежит сносу до тех пор, пока не будут завершены судебные процедуры. На месте старых двухэтажек планируют возвести новые дома. Чиновники утверждают, что, возможно, предоставят людям квартиры в новостройках, а те, в свою очередь, в борьбе за достойное жилье намерены дойти до Верховного суда. Руслан Идрисов, Артем Злобин, 7 канал.